Так, всех приветствую, подъехали. ЖК, пригород Лесное. Разложились так аккуратненько. Расходный материал. Все, биточком. Остекление к нам уже подъехало сюда. Остекление она ждет на нашей лоджии. Сейчас будем менять вот эту вот раму француза этого от пола до потолка. Смотрите, что у нас получится. Будет все идеально, смотреться красиво. Смотрите. Так, немножко вам демонтажа покажу. Сняли все стекла. Здесь у нас раз стойка стоит и сбоку стоечка. Они нигде ничего не здесь, видите, ничего не пропенено. Здесь вот так вот все телепается, болтается. Короче, 17 этаж у нас вниз. Пятая точка немножко волнуется. Но еще и работать нам надо, не только здесь стоять. Короче, как-то так. Короче, процесс у нас идет потихонечку. Собрали изделия. Вот таким вот образом они у нас смотрятся. Сейчас мы в местах соединения, соединителя вот этого жесткого, да, мы еще подпеним, чтобы когда ветер был, соответственно, чтобы будет дуть с улицы, чтобы через соединитель, не дай бог, не вышло здесь внутри балкона. Здесь это все так пропенится, все. Ждем 5 минут, пена немножко поляризуется и ставим вот этот вот соединитель жесткий. Так, закончили объект, установили остекление от пола до потолка, низ у нас тонированный, бронза 15. Козыречки мы прогерметизировали, чтобы оттуда ничего не поддувал ветерок. Не... Здесь все запенили, Орехао Грацио, 70-й профиль. Фурнитура рота, ручки рота свин. Вот такие вот ручки, красавицы. Все идеально по плоскости, идеально по уровню. Кому нравится, ставьте лайки, пишите. Просчитаем, приедем, сделаем точно так. Пока.